Если говорить о нашей тематике, о тематике противодействия ВИЧ, то есть два крупных учреждения, в которых проводятся научные исследования. Ну, ежегодно, я думаю, что с десяток исследований по теме. Конечно, спектр от чисто клинических исследований, но в последнее время все больше и больше социологических исследований, куда привлекаются, естественно, представители сообществ, которые, ну, непосредственно, например, анкетируют или интервьюируют людей, сообществ из уязвимых групп, например, потому что, ну, не всегда, наверное, клиницист, медик или какой-то другой специалист может дойти и поговорить, встретиться, ну, получить информацию. Второй момент – это то, что, учитывая то, что изменилась, ну, доступность лечения, сейчас у нас тоже, как во всех странах, после тестирования люди идут на лечение, уже появились исследования, которые касаются, ну, скажем, эффективности терапии вирусного гепатита С. Вот сейчас про коинфекцию говорили, это тоже стало, ну, скажем, предметом исследований. Действительно, это подтверждает те исследования, которые проводятся, что сам все факт отнесения к ключевой группе, будь то потребители наркотиков, будь то другая группа, не делает людей менее приверженными ни к антиретровирусной терапии, ни к терапии вирусного гепатита. Ну, вот это. Ну и, наверное, исследования, собственно, в сфере потребления психоактивных веществ. Достаточно много уделяется внимания изучению новых психоактивных веществ, их влиянию на ситуацию с ВИЧ, прежде всего на рискованное поведение, на риски передачи, как непосредственно при инъекциях, так и за счет изменения сексуальной активности. Ну и понятно, что на этих научных исследованиях строятся ответные меры, которые страна реализует либо в пилоте для начала, ну, конечно, мы уже пытаемся делать все быстрее, потому что не хочется запаздывать в ответ на вот эти новые вызовы. Ну, одна из задач вообще у нас была русской науки, это четко сформулировано на очень высоком уровне, это практическая направленность. И если утверждается тема, если на нее выделяется, ну, государственное финансирование, в основном говорить о государственном финансировании, то на выходе должна быть либо метод, ну, какой-то медицинского вмешательства, либо, если это не медицинское исследование, да, то какие-то рекомендации для практики, которые, как правило, презентуются на уровне Минздрава или на уровне, ну, бывает даже и выше, потому что есть тот же самый страновой координационный комитет, где кроме представителей Минздрава есть сообщества, есть другие государственные органы, например, представители информации, поскольку информационное сопровождение очень важно, особенно для преодоления стигмы, для дискриминации очень важно, как бы единая компания, чтобы и СМИ работали, но и общество изменяло свое отношение. Из последнего, ну, Беларусь у нас один из таких вот, обсуждали тоже сегодня на конференции про передачу матери, передачи вируса от матери к ребенку. И вот было наше исследование по раннему включению женщин, потребляющих наркотики, в программы лечения для того, чтобы они начинали не только лечение ВИЧ-инфекции, но и лечение зависимости. И, соответственно, это позволяло сохранить тот результат, то есть отсутствие случаев передачи от матери к ребенку. И результаты очень такие оптимистичные. Ну, у нас есть несколько, наверное, уровней вовлечения. Такой вот самый глобальный уровень – это уровень политики, это вот страновой координационный комитет, в который входят представители ключевых групп. И второй уровень, тоже такой глобальный, это у нас при правительстве есть совет межведомственный, куда входят представители министерств различных по противодействию ВИЧ-инфекции. Там тоже есть представители общественных организаций, ну, НПО прежде всего. Может быть, они не прописаны как представитель, например, группы МСМ или там РКС или ПИН, но если это НПО работает, и понятно, что оно работает с этими ключевыми группами, у нас НПО все-таки работают с ключевыми группами, то тоже, ну, я считаю, что сообщества представлены. Уровень областной, районный, аналогичные советы, и там, как правило, уже на местах, туда, в эти рабочие группы, входят непосредственно представители сообществ. То есть это проще даже, ну, скажем, в Беларуси на районном или областном уровне, на региональном. Ну и плюс непосредственное взаимодействие между государственными организациями и организациями, ну, сообществами, организованными либо нет, есть некие, скажем так, договора о сотрудничестве, они не финансовые, они, ну, скажем, про то, что мы работаем вместе, делаем общее дело,
Мы помогаем реализовывать услуги, те, которые они предоставляют. Ну и, соответственно, помогаем информационно, иногда помещениями. То есть вот такой процесс, обмен опытом, услугами. Ну и для развития, когда мы что-то нам начинаем новое делать, естественно, ну, узнать, что нужно, если не спрашивать у сообщества. Не, да, то есть мы будем делать что-то, что нам кажется важным, ну, как медики, например. Поэтому всегда в процесс вот, консультирования на этапе планирования мероприятий, ну, как минимум люди, которые равные консультанты, общественные организации, работающие с сообществами. Если есть сообщество как такое, если оно сформировалось, да, потому что, ну, понятно, что самоорганизации они то есть, то нету, но вот у нас сейчас как бы все есть типа самоорганизации, потребляющие наркотики люди, работники коммерческого секса и, соответственно, ну, мужчины, имеющие секс с мужчинами. Поэтому из каждой группы представители входят. С трансгендерами они сейчас регистрируют, скажем, общественную организацию. Я думаю, что, ну, скорее всего, она зарегистрируется в ближайшее время, да, как организация. То есть сообщество уже существует, и оно принимало участие в консультациях по последним там планированию мероприятий. Но вот, по крайней мере, как ну, там, организованная структура с названием, пока вот инициативная группа, я думаю, что она скоро появится уже как организация.